Вот, добрый день, друзья. У нас опять сегодня очередные находки. Вот, зашли в непонятный сад. Тут еще все старинные кирпичи. Давайте что-нибудь поищем. Может, где-то что-то найдем. А где-то... Так, это что тут? Непонятно. Здесь... О! Что-то нашел. Етить-колотить. Что это такое? Что за ключ? Андрей Александрович, вы можете объяснить, что это за ключ? Конечно, я эксперт по ключам. Так что это? Народ хочет знать. Это ключ для активации сексуальных игрушек жен рыцарей. Там что-то подкрутить, что-то подтянуть, а что-то проткнуть. А здесь еще вот ершистая такая хренотень. Ее надо подсмазать, потому что она не включает. Итак, разоблачающее видео от Андрея Александровича про знаменитый ключ, который никто не разгадал. Итак, Андрей Александрович, для чего он? Резьбу нарезать, что-то там копыта чистить. Короче, это для обустройства вот этой штуки, подковушки на коне. Штуки до хрена лет, но она как новая. То есть вот тут клеймо есть какое-то там, птичечка какая-то там или корона, я хрен его знает, какая-то буква, блядь. Это откопано все в болоте города Багратионовска. Что-то какое-то длинное разоблачающее видео. Хотелось покороче. Андрей Александрович, а еще раз давай и коротко. Итак, ключ, который никто не разгадал. Андрей Александрович, где ключ? Он вот. опять стырил. А, нашел. Вот. Он же почти чуть не убежал с этим ключом. Вот. Вот и все. Вот это хорошее объяснение. Отлично.